Всем доброго времени суток. Представляю перед вами автомобиль Citroёn Picasso 2011 года. Автомобиль оснащен двигателем 1,4 литра на механической коробке передач. Чистый ухоженный задний ряд сидений. Спереди такие же чистые опрятные сидения, дверные карты, торпеда в хорошем состоянии. В комплектацию автомобиля входят передние электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, подогревы передних сидений, штатная магнитола, отопитель салона с кондиционером. В данный момент автомобиль заведен, на табло никаких ошибок не горит, двигатель работает ровно, пробег автомобиля 134 тысячи. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес можно найти у нас в объявлении. Автомобиль можно приобрести по системе трейдинг, в кредит, а также за наличный расчет. Всем спасибо, до свидания. Thank you.